физическую силу применяли, запугивание, угрозы, было такое? Не было. Что-то говорили, что о чем-то спрашивали, допрашивали, просили что-то подписывать или что-то? Нет, ничего не было. Ребята, а вы ополченцы, вас взяли в плен? Мы из Мариуполя. Мы из Мариуполя, с самого начала. Полтора года были в плен. Ну вы участвовали в боевых действиях? Да. Изначально? Изначально. Самое страшное, наверное, то, что жена потеряла ребенка, которого ждали 3 года. Потому что ей позвонили с батальона Азов, когда меня забрали, погрузили в багажник и сказали, что меня расстреляли. После этого 4 дня обо мне ни слуху, ни духу. И после уже в Запорожье, когда суд был, ждали связаться с родными. И уже, соответственно, после этого я узнал о том, что супруга потеряла ребенка. Я хочу домой. Я хочу в Горловку. Из Горловки. А ваши отношения? В ДНР? Нормальные отношения. Я понимаю, что время такое. У меня нет никаких претензий к этой стороне. Так как я житель Донецкой области, я хочу жить у себя дома. Один из тех обменов, можно сказать, первый, который состоялся в таком формате и на таких доверительных отношениях. До этого обмена проходили не в таком доверии? Ну, более сложно было обмены. Они проходили по ночам с какими-то трудностями и сложностями.